Понятное дело, что в таких условиях очень тяжело работать не только врачам, но и другому медицинскому персоналу. Понятное дело, что когда ты лечишь человека, условия тоже им играют немаловажную роль. Одно дело назначить правильное лечение, антибиотики, ну, либо какие-то другие препараты, да. Другое дело, в каких условиях находится данный пациент и в каких условиях он получает это все дело. Понятное дело, очень важны условия санитарии и так далее. Но если не будет эффекта от внешней среды, то, понятное дело, эффекта от лечения тоже не будет. Если в той палате, где получает лечение данный пациент, будет холодно, лечение не будет работать, вы же сами понимаете. Так же самое и с другими условиями гигиены и прочего. Да, Понятно, тем более, как да. сейчас зимой выходить. Выходить на улицу, извините меня, вот такой туалет, ну, к нему страшно просто подойти не только зимой. Поэтому это большая проблема на самом деле.